Все говорят, как выглядит рыжий абрикос. Вот так и выглядит. Он помельче. Вот он бывает 50-60 грамм. Но это самый вкусный считается. Вот. Бай Левицкий 89 грамм. Ну, 90 будем считать. Вот. Когда маленький урожай, а урожай был жидковат, поэтому он такой крупный. На самом деле он 50-60 грамм. Ладно, знакомлю. Артем 2. Это самодельный Артем, это мой клон, он не имеет никакого отношения к дальневосточному Артему. Вот. Сперва назвал Артемом в честь сына, а потом оказалось, что Артем есть. Вот. Хорошо, хоть самозванцем не считает. Вот. Дар небес. Прислали с Волги. Вот. Был ярко-красный. Они все постепенно усредняются. Я уже с ума схожу. Вот если бы не было бирок, ну посмотрите, я специально. Идет усреднение, никуда от этого не деться. Корежит их, во-первых, манжурец, но хорошо не уменьшает размер. Вот. Этих все, которые были с носами, Амур был с носом, нос потерял. Академик нос, это, клюв потерял. А Манитоба клюв потерял. Ну, это я вам жалуюсь. Лозенков говорит, сохраню. Ага. Сохрани что-то. Вот. 6,5 грамма. Ну что я скажу? Довольно прилично. Так мы с вами какие сегодня пробовали? Грамма 3? Угу. Да, грамма 3. Надо их восстанавливать. В общем, почти загубили эту самую розовую, бренскую розу.